Так, добрый вечер. По-быстрому покажу, как я снаряжаю патроны на порохе Драга и дробь номер 0. Не снаряжал я эти патроны, 3 штуки у меня оставалось, как бы, и ну, сейчас надо немножко подбить. Порох Драга, вон он. Сыплю 1,6. Проверенная навеска. Отличная скорость. Выстрел практически без упреждения. Вот 1,6. Один патрон. И второй. Резкий порох хороший. Дробь, конечно, он мнет, но по чинотропу самое то. Так. Вот. Теперь. Вот эти обтюраторы, их надо куда-то девать. Это кировский обтюратор старый. Вот сюда ставился пыш-контейнер, вот так на ножке он был. Пыш-контейнер уже пострелял, ножку обрезал и ушли в дело. А вот обтюраторы остались, надо их достреливать. Высокий обтюратор, поэтому, конечно, лучше использовать под закрутку. Но мы будем использовать под звезду. Дослали. Один и второй. Сейчас. Так, теперь вот такие пыжи войлочные из дорожек, из паласов старых. Как раз у нас вот. Теперь вот такие контейнера. Я уже показывал их где-то. Это наше производство. Вот 4 лепестка. Я обрезал амортизатор. Тоже идут в дело вот так. Раз и два. Так, сейчас, секунду. Не хотел звезду показывать, но покажу и звезду. Так, взял УПС. Теперь дробь у нас налевка. 35 грамм. Все навески у меня 35 грамм. Я не сыплю меньше. Вот. Максимум можно 33 грамма, там какой-нибудь семерки, шестерки. И то. Так, и второй. 35 грамм. Насыпал 38. Ох, 35,1. Вот, сыпем. Немножко распределяем, утрясаем, чтобы дробь не имела пустот. Но я когда сыплю, я вижу там левее, правее, куда ее двинуть. Так, я боюсь, что я сейчас как-нибудь свалю второй патрон. Вот такой УПС. Вот такая пластиковая матрица. Так, раз. И можно сразу закрывать и не заморачиваться. Не нужен никакой быстро обжим или еще чего-то. УПС закрывает отлично. Вот. И давайте второй закроем. Давайте закроем. Что, как положено, за 3 действия. Хотя, говорю, в большинстве случаев УПС закрывает вот так вот. Бросили, нажали. Давайте по правилам закроем. Вот звезда закрыта. Есть вон конус, просматривается. Заломов, замятий здесь нету. И даже не цикатит. Плотное снаряжение. И этот не цикатит. То есть все, вот. Два патрончика. На примере двух показал, как у меня будет работать налевка в этом году. Налевку буду заряжать. Сейчас у меня тройка идет. С налевкой перемешку там я показывал снаряжение. Но вот эти патроны пойдут уже, когда снежок выпадет, когда уже морозы будут, снежка не будет. Заяц уже вылиняет сейчас, пока он еще. Шкура тонкая, мех тонкий, пойдут те патроны. Но
На лёвке вот подзавяжу штук 8. Все, мне на всю зиму хватит. 4 ноля у меня есть. Если вдруг будет заяц далеко подниматься, дай последние выстрелы. Налёвка у меня теперь тоже есть. Так что вот так.